Там 134, а другая 3,9. Это шиш. Почти 4, которые, да? Просто красивая река и очень мощная, и красивые горы. А тропа снова уходит внутрь больших джунглей. И у нас впереди вот такой вот хребет, и даже два, побольше, поменьше, на любой вкус. Вокруг снежники. Вот эта галочка оказалась как раз наша галочка. Думаю, что правее, а правее тоже здесь интересные ландшафты. Но она немножко ближе.
Мы перебрались на другую сторону перевала. Идем на спуск. Думаю, дальше у нас будет обход. Вот нам сразу два вниз. Нам группа сидит. Последнее место ночевки, утренние сборы, на автомобиль уже домой, в сторону дома.